Привет! В этом видео я покажу вам, как сделать очень быстро и просто вот такую прическу. Такая коса – идеальная прическа для девочек в школу. Соберите для начала волос в хвост. Можно снизу, а также и сверху, как вам больше нравится. Затем отделите тоненькую прядь волос, поделите ее на три равных части и начинайте плести обыкновенную косичку из трех прядей. Плетем классическую косичку до самого конца. Закончив плетение, фиксируем косичку тоненькой резиночкой. А теперь распределяем косичку поверх хвоста и фиксируем ее со всем волосом вместе резиночкой. Затем фиксируем опять, только чуть пониже, весь волос вместе с косичкой резиночкой. Проделываем то же самое, но чуть-чуть пониже. Вытягиваем осторожно волос по краям, тем самым придав побольше объема прически. Вот так выглядит наша косичка. Легко, просто и очень быстро. На этом все. Спасибо за просмотр и до скорой встречи на моем канале. Пока!